Руслан Игоревич. Здравствуйте, Руслан Игоревич. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к такому поведению государственной власти, которое видео мы сейчас просмотрели? После просмотра данного видео я еще раз убедился в том, что произвол, коррупция, человеколюбие проступают в нашу страну. И проблема этой женщины, проблема всей России в целом. Она пыталась добиться справедливости с помощью местных властей. Писала в Государственную Думу, приехала сюда и все равно не может решить свою проблему. Чиновничий беспредел, который творится по всей территории Российской Федерации, он обрел огромные масштабы. И простая проблема не может быть решена. Сегодня мы увидели некоторые материальные средства и лекарства для лечения ребенка и мужа данной женщины. Но никто не помог ей. И я могу ответить на ее вопрос по поводу, есть ли в жизни справедливость. К сожалению, ее нет. И сейчас все решают только люди. А что вы можете сказать про нынешнюю политику в России в целом? Про нынешнюю политику в целом я могу сказать следующее. К сожалению, у нас очень дифференцированные политические партии, политические силы, парламентах, региональных, местных, а также государственных федеральных собраний Российской Федерации. Все знают, что большинство у нас за Единой Россией. К сожалению, мы находимся сейчас в книге ЛДПР. Мы все знаем, что у ЛДПР всего лишь 56 мандатов. Чтобы принять любой шаг, защита мастера 226 мандатов. То есть большинство государственных мандатов. Неоднородность власти. Мы не изменяемся. Все как при во времена КПСС. Владимирующая роль КПСС в Брежневской конституции, статья 6. И отсюда такой бардак. Просто застой власти. Никто ничего не хочет делать, не хочет работать. Стал депутатом, там, мэром, губернатором и все. Это именно политика. А никто ничего не хочет делать. От этого и бардак. Да. А вот как вы можете прокомментировать то поведение Владимира Вольфовича, которое произошло в пятницу? Тот случай с журналистами, этот поступок, честно сказать, неординарный, и у меня к нему своя проблема. Конечно же, так на женщину не нужно отвечать, но в целом я могу понять Владимира Вольфовича, взять его эмоциональное поведение на протяжении всей своей политической карьеры, его просто вывели из себя, задав коррупционный вопрос. И на самом деле, если обратить внимание на данное видео, в котором четко было ясно, что небеременная женщина начала конфликт, а ее подруга из агентства, не помню какого, она начала, когда я не припался, она начала провоцировать Владимира Вольфовича, и поэтому он взорвался.